Всем привет из Алании. Сегодня вторник, сейчас около 5 вечера. Мы находимся в районе или 7-го, или 8-го пляжа на Клеопатре. Я вам сейчас расскажу, какая у нас сегодня погода была. Видите, светит солнце, хотя уже почти 5 часов. И сегодня у нас довольно тепло. Погода по... Хотя по градуснику этого особо не скажешь. По градуснику и по всем прогнозам, которые были показаны сегодня на Алании, у нас всего лишь 23-24, но вот по ощущениям сейчас, где я стою на солнце, здесь ну, все 27 как минимум. Очень тепло, очень комфортно. По воде. Вода не парное молоко, но вполне нормальная вода. Средняя температура 23 сегодня по воде у нас. Людей, как вы видите, в принципе, по всей Клеопатре туда. И в сторону Домлатаж люди есть везде. Люди загорают. Меньше людей купаются, но тоже купаются, конечно же. Вот такая вот погода. На солнце реально просто жарко. На солнце. Я не придумал, я просто иду реально. Сейчас и пот вытираю, потому что реально жарко. Что всем привет из Алании. Приезжайте, отдыхайте. Кто сейчас здесь, конечно, вы еще накупаетесь по-любому. Потому что погода позволяет. Вот на фоне такого солнца прощаюсь с вами. Увидимся.